И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на официалочке, все так же выживалочка. Собственно, что же будем делать сегодня? Да ничего, честно, мне лень что-либо делать. Я так устал от этого сезона, и сегодня я смотрел один подкаст, и там сказал мужик, говорит то, что я слишком стар, чтобы играть в сложные игры, я прихожу с работы, и мне нужно отдыхать. И я так проникся этой фразой, реально, вот, это настолько тяжело играть, когда у тебя там несколько часов всего лишь в день, и ты просто все свободное время тратишь на игру, в итоге у тебя ничего не выходит. Но есть поставленная цель, поэтому надо хоть что-то выполнять. Вот такие вот дела. Собственно, что я сегодня хочу сделать? Ничего серьезного, как я уже сказал, просто обычный банальный переезд. Вот, ну конечно, все, что банальное, может с легкостью превратиться в нечто уникальное. Поэтому как бы будем по мере прохождения, улучшения и так далее, все будем смотреть. Так. Домик полностью застроенный, да, все хорошо, то есть там все отремонтировано, кроме одной металлической стены. Одной металлической стены мне, собственно, и не хватает. Но как бы это не проблема, это все состряпаем. Кстати, да, я видел того чувака, он здесь на плоту. Тот, кстати, плот еще соломенный, он здесь проплывал мимо. Вот, и да, я его все равно потом найду, я его бомба. Нафиг все. Хотя бы плота ему взорву, чертям собачьим. Вот. Как видите, у меня здесь стоит перчик, стоит у меня. Так, давай-ка ты вот отойдешь отсюда. Немножечко. Вот, стоит у меня здесь дядя Куруз. Все нормально, все живы, здоровы, все молодцы. Так. Вот так вот он. Меньше портится. Так, с ему я что качаю? Я ему качаю уже урон. В большом количестве качаю. Вот, как видите, анимацию изменили, а у бобришки осталась такая же анимация, как и была. А вот бобришки я качаю вес. Такой оп-оп-оп-оп-оп. Хвостом. Вот, у бобришки осталась такая же анимация. Так-так-так, выносливости, кстати, ему достаточно, а вот вес... Давай урончик тебе качнем. Замечательно. Так, вот давай сделаем вот так, ты все равно испортишься, я знаю. А вот тебе пригодится. О, вы не представляете, в прошлом видосе как было. Я чуть опять не просрал, короче, это все дело. Я поставил, у меня, как вы все прекрасно знаете, у меня есть программа, которая делает клики. То есть можно на геймпаде настроить клавиатуру, то есть клавиши от клавиатуры. И я настроил на автокликанье по наркобэрикам. У меня был, короче, вот так заполнено мажобэрками, вот так вот наркобэрками. И я вот так поставил стрелочку и сделал, чтобы он на Е кликал раз в 6 секунд. То есть это как раз позволяло мне, чтобы оглушение даже чуть-чуть прибавлялось. Я прилег отдохнуть. Я просыпаюсь. Такой, смотри, время 3 часа ночи. Я проснулся. Какого фига? Меня сервер выкинул. Я такой, что за фигня? Сажусь по-быстрому. Там, короче, это все мои, это, я как и я через мои выживания, короче, захожу. Там просто список пуст. Такой, какого фига? Пытаюсь вспомнить, что за сервер. Такой, ё-моё. Захожу на сервер, смотрю, притомлённый. Я такой, отпустила. Время 3 часа ночи. Я такой, отпустила. Я кому он притомился. Я думаю, мало ли выкинул меня. Он проснулся. Он буквально там все там. Ему много не надо. Он, у него торпор спадает вообще просто быстро. Бобров томить это просто кобзда у него. Если, допустим, дяди Куруца, то Тамишу у него вообще наркотик ему не нужен. А с Анкилкой тоже проблем не было. Бобра притомить вообще нереально. У него столько нужно. На 30-й левел нужно 500... Короче, 550 наркобериков. Прикиньте, 150 наркотиков. Это просто кошмар. Я такой, отпустил такой. Жму
паузу снимает, а, записываю серию дальше, блин, все, концовочка снята, все здорово. Вот, потихонечку, видите, уже доделываю потолок, практически доделал, то есть он у меня практически весь ровненький изнутри, здесь осталось чуть-чуть, здесь осталось чуть-чуть, и сверху буду слой накидывать, будет двойной потолок. У меня есть задумка, как сделать классный дом-бункер, но пока что я это делать не буду. Я эту идею оставлю на... Либо я сделаю отдельный выпуск, вот реально просто отдельный выпуск сделаю. Не, наверное, я это сделаю на сезоне. Да, следующий сезон будет на больших уже рейтах, 10 или 5x, я устал уже на маленьких рейтах играть. Вот, сделаю на сезоне и просто отдельный выпуск сделаю по своему дому. Вот, как видите, ресурсы сюда уже поскидывал, все хорошо. Кстати, что у нас здесь? Ну, это все есть. Ой, не то. Что я сегодня буду делать? Я сегодня просто-напросто буду переезжать. О, кстати, книжный шкаф нужен. Так, что, не хватает? Соломы не хватает. Отлично. Солома у меня там есть, так что все замечательно. Книжный шкаф мне обязательно нужен, я поизучал, я сегодня много чего поизучал, как видите, инграммы я потратил. Изучил холодильник, сейчас буду ставить генератор, станок, то есть все это я буду дело ставить, останавливать, потому что это все дело нужно. Ну и конечно же я потом просто подгоню плот и перекину все нужные ресурсы. Как я уже сказал, опять-таки же, на рыбе самый лучший вариант закидывать в кормушку. Да, вы скажете, о, зачем тебе, типа, я прекрасно понимаю, там где-то в небе летает птерчик, может его уже завалили сегодня, потому что здесь аргентавец летал. Там летал птерчик, и он не помирал, он реальных суток, наверное, уже с 4 это точно летал. И суть в чем, да, я понимаю, что они без еды проживут, но я не люблю, когда у меня животные голодают, даже пиксельные, поэтому такие вот дела и... такая вот заморочка. Вот, сейчас состряпаем немножечко шкафов. Шкафов состряпаем. Шкафов, говорю, состряпаем. Шкафов. Дерево, да, кирдык, да, дерево. Вот, и уже начнем что-то развиваться. Так, давай-ка сразу же уже начнем создавать. Сейчас мне нужно что сделать? Мне сейчас нужно сделать станочек. А мне нужно поставить все это дело внутри. Кстати, домик вполне просторный. Для выживалки такого дома вполне достаточно. Внутри будут стоять едино и все. То есть, если притомить кицаля, допустим, Рекса. Кстати, Рекс, да, больше в такие ворота не входит. Это, конечно, да, проблемка. Но я такие динозавры томить не буду, поэтому как бы мне... пофигу на это дело. Так, селитра, нефть и кристалл. Так я сейчас все это состряпаю. Честно, хотелось бы, знаете, просто тупо запустить, тупо и банально запустить стримчик и на стримчике все делать. Кстати, возможно, возможно, я хочу какой-то из сезонов, я уже давно так хочу, у меня давно уже есть такая задумка, какой-то из сезонов сделать просто... Каждая серия будет стрим. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам такая идея или нет. Селитра нужна точно. Каждая серия это будет... Да ёб твою ж налево, опять у меня селитра закончилась. Так, надо срочно за кремнем идти. Вот, то есть по факту я просто буду каждый вечер стримить. Ну, с понедельника по пятницу. Вот, не знаю, нормальная идея это или нет, но у меня давно уже есть эта задумка. Тут как бы еще фейловцы, ну кемера фейл, они постоянно стримят, то есть у них сезон по факту сейчас это чисто сплошные стримы. И, ну, мне конечно не нравится то, что они делают стримы очень редко, и в этом плане теряется то, что есть в сезоне, в настоящем сезоне. Вот, ну, как бы каждый делает свое. Следующий сезон, я думаю, все-таки не будет стримовым. Хотя, может, и будет чисто стримовым. Посмотрим, что, да, когда, где. Вот, стримовый сезон я, наверное, буду делать уже на модах.
Наверное, следующий сезон я сделаю не на модах, но на PvP. Ну, в смысле, на больших рейтах, но будет на PvP. Вот, возможно, там видно будет. И вот стримовый я уже, наверное, вернусь к моду Анунаки. Вы много просили всегда Анунаки, Анунаки. Я думаю, за это время много чего изменилось на этом моде. Так что есть на что посмотреть, да и в целом вам будет, да и мне будет интереснее и смотреть, как говорится, и играть. А вот, поэтому как бы к Анунаки обязательно вернемся, обязательно. Даже вот эти все Arkham the Life и так далее, честно, Анунаки лучше. Кто бы что ни говорил, да, они похожи, они одинаковые. Анунаки чем лучше? Он не такой легкий. Arkham the Life ты тупо просто притомил, как говорится, Дина и Птера и пошел, короче, глушить рыбу в озере. Вот, поэтому как бы такие вот дела, все легко и просто. О, я, кстати, металл притомил, металл, притомил, я чуть не сказал притомил, вот, добыл металл, здорово, мне просто металл был нужен на кормушку, кормушку нужно обязательно ставить, такс, все, почка, 50, ладно, да ладно тебе, так, кормушка, кормушка, 8 надо, да ты прикалываешься, что ли, а? 8 ему надо. Ладно. Вот, собственно, вообще задумок очень много, задумок очень дофига. И особенно самая главная задумка плюнуть на весь этот арк, выживалку и так далее. И снимать ретро-игры. Да, я хочу снимать ретро-игры. Мне нравятся ретро-игры. Я хочу играть только в ретро-игры. Они интересные для меня. И чисто стримить только так. Такая вот у меня задумка. Поверьте мне, она еще не скоро реализуется. Если в арк для меня себя изживет, а не то, что вот арк изжил себя, не снимает говно. Вот, есть такие комментарии даже иногда. Вот, и сообщения есть в личку, такие вот дела. Ну, как бы мне-то пофигу на это, но когда арк для меня себя изживет, тогда я уже перестану его снимать. Так, что у нас дальше? Генератор. Генератор у меня есть. И это создается только в станке. Так, все правильно, да. Все остальное создается только уже в станке. Оу, фак, станок. Для станка-то нужен бензик. Для станка-то нужен бензик. Бензин. Такс. Вот так вот и сделаем. Вот, поэтому как бы пока что арк будет. Не заморачивайтесь. Пока что, как я арк снимал, так и буду снимать. Мне, кстати, фейловцы, один из фейловцев, Женя, говорил, типа, ну вот, под это про контрол, типа, о, увидел тебя контрол CSGO, короче, на канале. Что-то как-то не оно. В том плане, что концепция моего канала это, ну, кстати, да, серия, короче, не будет немножечко рассуждение. Концепция моего канала это все-таки выживалочка. Как он сказал, то, что типа, ну, выживалка, выживалка, если не выживалка, то не выживалки, да? Я так подумал, блин, это реально, у меня же по факту идут одни сплошные выживалочки в основном. И я решил больше не заморачиваться. Будет настроение, буду что-нибудь снимать. Ну, кроссаут я не забиваю, потому что это для меня это такая же выживалка, если что-то пошло. То есть она хоть и выживалка на машинах, но постапокалипсис. Я обожаю эту игру в том плане, что это от разработчиков X-машины, так что я не могу ее не любить, кто бы что ни говорил. Ну вот, поэтому как бы в этом плане все легко и просто. Так, шкафчик у меня там уже готов же есть. И готов же есть. Такс. Что еще я хотел бы рассказать? Слушайте, я не знаю, что-то столько мыслей было сейчас, как-то они все махом вылетели. Но в целом, не знаю. Если бы не зарейдит, я кого-нибудь на себя сагрю. Не, блин, я не буду агрить на себя никого.
Я, короче, знаете, что сделал? Если меня не зарейдят, наверное, еще недели две. Я думаю, на больше меня не хватит. Я как сделаю? Я, короче, открою свой домик, открою ворота. Сниму клеймо со всех динозавров. Весь лут чертям собачьим выкину, да, я такого, я просто все ящики раздаваю, и все, лут весь выкину. И все. То есть в этом плане я так и оставлю. Да, то есть я буду делать именно так. Так, давайте попробуем вовнутрь поставить. Да, я думаю, вот это надо будет двойную систему все убрать, чем собачья нам не мешается. Вот. Динозавров я убивать не хочу. Агрить на себя тоже никого не хочу. Зачем? Зачем лишние заморочки делать? Я лучше просто буду выкину, а динозавров я отклеймлю, чтобы кто-нибудь их мог притомить. Так сказать, самый храбрый, кто зайдет ко мне в дом. Вот. Ну, опять-таки же, ворота будут открыты, как я уже сказал. То есть и ворота, и дверь. Такие вот дела. Так, скидываем все вот это вот добро и вот это вот включить. И пошла жара, 70, все замечательно. Так, шкафчик надо поставить сразу же. Вот. Ну и, конечно же, в последнем выпуске я скажу, что это за сервер. Ребят, реально сервер кайфовый. Сервер кайфовый, так как, блин, здесь все так мирно и спокойно. Здесь реально, здесь топовые трэбы не пытаются никого угнетать и так далее. Я не знаю, онлайн порой до тридцатки доходил. Ну, 20 с лишним, это точно было, чуть не практически 30. Может, и до тридцатки он доходил. Не знаю, как говорится, может, это было просто без меня. Но суть в том, что онлайн порой очень большой. И так здесь все мирно и спокойно. И здесь не один топовый трайб, можно так сказать. Может, они между друг дружкой-то и воюют. Но вот эти маленькие трайбы, как бы, они как-то не очень. И вот это вот я все... Систему как-то смотрю, и даже как-то того чувака рейдить неохота. Просто бомбить его неохота. Посмотрим, что будет дальше. Но реально, когда смотришь на всю эту ситуацию, творящуюся на сервере, даже как-то портить эту вот атмосферу неохота. Говорится, я тут человек приезжий, а атмосферу кто-то портит. Да пошел ты, козел! Эй, фукинь! Иди! Сраная акула. Да. Слышь, сейчас да вы выпендриваешься? Я сейчас заколюсь на шашлык бущую рыбий. Вот, поэтому как бы чисто из-за этого даже по-человечески неохота рейдить. Ну, накосячит, я говорю, народ, реально, я его бомбану. Я просто надел ракетницы, и я его бомбану. Мне не жалко, я потрачу время, я его взорву чем собачьим, так что от него ничего не останется. Да, ну, это как бы уже просто будет тоже личная неприязнь, так что не заморачивайтесь по этому поводу, дерево надо. Вот, как бы в этом плане все легко и просто. Так, дерево надо, ну, книжный шкафовчик тоже поставим сразу же. Пока что можно одной дверкой орудовать. Так-с. Отлично. Что еще? Топижара, кстати, спасибо. Уже два человека написали про топижару. Да, топижару я буду томить. Как вариант, наверное, в следующем выпуске я уже буду томить. Сегодня, если что, я записываю это в четверг. Четверг вечером записываю чисто из-за того, что... А, вдруг не будет времени. Да, такое тоже может быть. Вдруг не будет времени и все будет плохо. То есть, у меня должен быть выпуск. Я не хочу вас оставлять без выпуска. А, это не просто выпуск. Это мои планы на будущее. А планы на будущее, это они будут уже касаться августа. Август довольно-таки близко. Поэтому, как бы... Я думаю, вам все равно будет интересно. Пишите в комментариях, был интересно, там хороший выпуск был, либо фу, выпуск говно, давай томи кого-нибудь. Вот, что все это как бы в том плане, что для чего это нужно, чтобы я понимал, вам вообще интересно вот такие выпуски, про где я просто рассуждаю и что-то делаю. По факту это такой мини-стрим будет. Я думаю, сегодня выпуск тоже будет такой длинненький, но я некоторые моменты... А, фу, электрические кабели, господи, я думал, я трубу изучил. Вот, некоторые моменты я тоже, как вариант, буду вырезать.
О, круто. Тоже можно задать пин-код. Так, вот это скидываем туда. Что в итоге я состряпал? Я состряпал кабель. И пару розеток сделаем. Так, отлично. Теперь я могу поставить генератор. Ой, господи. Смотрю, думаю, а что такой маленький генератор, блин? Не, ну это я-то могу до этого додуматься, что такой маленький генератор и все в таком духе. Да ты прикалываешься? Я просто могу в стенку внедрить. Ёп твою ж налево. Это что? Окей. Раз можно сделать так. Так. Блин, круто. Ну-ка, погоди. Да уж. Надо это, короче, убрать. Так. Разрушить. Ага, понятно. Ну, вылез и вылез, как говорится. Ладно, пофигу, короче, что, ломать его, что ли, теперь буду. Такс. Выключить. Кстати, у тебя... Нет, у тебя не... Жаль, жаль, нету переключения на электричество. Было бы здорово. Такс. Ладненько, что у нас тут дальше? Вот, ну ладно, что, вроде бы я все, что хотел, сказал. Не знаю. Пока что мысли нету. Пока что нужно сделать мне все вот это вот дело. Так, и здесь надо еще подальше вывести. Так, я понять немножко не могу, у меня активированный или нет. А, ну, во, точно, здесь же этот. Да ты же говно, сюда надо было поставить. Ой, бляха-муха. Ладно. Короче, пускай будет так. Я же забыл, что это камень, и в камне оно просто прячется. А, ладно, посмотрим. А, нет, сделал розетки, все, отлично. Посмотрим, что будет дальше. Вот, ну, я рассчитываю на то, что все будет хорошо. Как говорится, хорошо и хорошо. И, короче, я тут все через жопу опять понаделал. Да и в жопу, короче, все это дело, и так нормально все стоит. Мне нужен холодильник вообще-то. В общем, чухнул я, что мне нужен полимер. Вот, поэтому, как бы, все легко и просто. На Айсланде изменили так, что пингвины спавнятся теперь только на льдинах. Вот. Ну, я думаю, на центре ничего не изменили. Ну, не на льдинах, на айсбергах. Вот, думаю, на центре ничего не изменили. И полетим. А куда полетим-то? Ёпта, системная вышка. Блин, я не знаю, куда я пока что полетим. Нет, еще попутно смотрю. Есть кто, нет кто. Не знаю. Пролетаю, короче, сами видите где. И там просто огромнейшая база. И опять экзегуционера. В общем, экзегуционера, ноу-ноу-ноу. И еще один какой-то трайп. Я уже забыл, какой трайп. В общем, они здесь в трехе. Реально три огромных трайба тусуются на одном сервере. И как вариант, это альянс. Но это единственное объяснение, почему они все дружно так и не воюют. Ну, а я человек, которому просто-напросто повезло. Реально повезло. Я... Можно, так сказать, под защитой от больших, от больших, так сказать, трайбов. Ну, должно же когда-то вести.
хоть в чем-то. Уже сколько записываем, да, сезон, и все хорошо. Замечательно. Ну, а я в зиму лечу, там холодно, сыро, но лечу в зиму, короче. Хм, а вот это уже прикол. Такой лакомый. Короче, такой кайфовый островочек, лакомый кусочек и незастроенный. Даже на модифицированных серверах этот остров постоянно застраивают, так как здесь дофига чего. А еще вроде бы лучше здесь где-то дропается. Вроде бы на нем уже лучше дропается, да? Ну короче, блин, нормальный такой остров, а чего его никто не застроил? Хо-хо, непонятно. Непонятно. Кстати, знаете, что меня бесит всего? Я сейчас просто задумался, а чем же меня больше всего бесит на 1x-рейдах, на официалках? Стак мяса по 20. Меня это жуть как бесит. Вы не поверите, насколько это просто раздражает. Это так сильно раздражает, что просто нет нормальных слов. Ни одна нормативная лексика не выразит то, насколько меня это раздражает. Стак 20. Да какому ослу придумал, взбрело в голову дерево сотка, зато мясо всего лишь 20. Ягоды сотка, зато мясо 20. Знаете, чем меня это бесит? А потому что, видите ли, питомцы жрать-то тоже хотят в натуре. И это меня реально бесит. Ну, как бы, конечно, у каждого мнение свое в этом плане, но... Фениксы. Здесь у нас, да? А, нет, 54 рус. Это Новосибирска. Ну, это без вариантов, 54 рус. Ну, они конкретно прям застроились. Вот видите, как они застроились, да? Вот. Вот примерно так же и я хотел в свое время застроиться на PvP-сервере, а потом плюнул, на другой сервер перешел. Да, большие рейды, на то они большие рейды, то что ты можешь легко и просто плюнуть и перейти на другие большие рейды и без заморочек в этом плане. Потому что качаться легко. Здесь я вот получил 71 левел, и ой, ё-моё, сколько я играю. Вот что-то типа того, короче. Поэтому не сильно-то охота бросить, и то появляется желание забить на все это дело. Почему? Я же соло играю. Соло немножечко другое. И еще, блин, надо записать серию, надо записать. Не играешь не для себя, я играю больше не для себя, а для вас. И в этом вся загвоздка, то есть, такое себе в этом плане. То есть, постоянно говорят, вот допустим, сейчас бы, что бы я делал, да, если бы играл для себя. Я бы включил бы запись стримчика и смотрел бы стримчик. У меня там надо его пересмотреть. Я его пропустил в свое время. И сейчас надо посмотреть все это дело. И он 3 часа, и это фигово. И сдохните, блядь, в натуре уже, а? Да что ты в натуре выбрал-то самого такого? Самого живчика. Ха-ха! Вот, органический полимер, хотя бы хоть что-то. На, жуй. Твою мать, органический полимер по десятке всего лишь стакается. Ладно, хотя бы так. Иди сюда. А что вы все такие жирные тут, а? Да, дубину сделай. Но меч он добывает тоже довольно-таки неплохо, так что... Ну, может, чуть-чуть похуже, чем дубина. Смысл мне таскать с этой дубины, если у меня и так есть то, что мне нужно. А, не, просто процентов кто-нибудь да подумает об этом. Сделай дубину! Дубина, сделай дубину! Да. Вот, что-нибудь типа того. Кстати, да, тоже ни одного здесь застройки, ни одной застройки нету почему-то. Возможно, вот эти вот 54 руса, они тоже здесь... прекращают все это дело, то есть на корню вырубают у всех желание здесь строиться. Вот. Но в целом неплохо, да. Ну, зато полимерчика много. И мясо, кстати, тоже вообще здорово. Tech Transmitter. Владелец Global. Global. Твою мать!
Это чёт, короче, благо этот луч сразу увидел. Здесь я ошибся, по ходу дела, с тем, что здесь никто не хочет построиться. Здесь, по ходу дела, конкретно прям застроились. Ну, я думаю, вряд ли тег-трансмиттер будет просто так стоять и типа, а, ладно, чуваки, пускай он стоит, да? А не, я бы к нему подошел, проверил, но у меня тут даже сраного спальника нету. Блин, вот когда надо, это говно не добывается, а тут надо же. Самое главное, полимер не захавать, а то сразу же... Минус секира башка, короче. Да, вот он, Глобал. Аргентавис. Вот тебе и никто не строится. Да. Пришли, короче. А быстренькому тебе поставили тег-трансмиттер. Это, как я понял, это служит как обелиск. Насколько я помню из всех вот этих тековых систем, он служит как обелиск, и ты можешь спокойно загружать, выгружать и так далее своих динозавров. Все в таком духе. Динозавров, лут и так далее. Но не знаю, требует он элементы или нет. Это отдельная, так сказать, история. Но суть в том, что да, это халявный обелиск. Там, где его в целом быть не может, это обелиск. На официалке это нужная штука, а вот на других серверах вряд ли. Вот, но... Возможно, на тех серверах, где есть эта вся фигня, то есть с перемещением и так далее, там она тоже нужна. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, все. Добыв все это добро, можно и валить отсюда. Этого мне пока что хватит, так что большим я не вижу смысла. Да. Я еще одних нашел. Ванкюлищ. В общем, сами видите, где они построены. Такой вполне не маленький домик. Органики просто тьма. Кицаль. Яйца вон там у них, то есть не. О, виверна ядовитая. И не только. Вот на грозовая виверна. Турелечки. Да, тоже неплохо. Тоже неплохо застроились. И нехило так застроились. Неплохо. Немало тут трайбов, именно таких топовых, и по ходу дела они все вот такие сидят на нейтральном, то есть это как вот в фильме, да, когда там такая потасовка, так типичный боевик, да, можно так сказать, либо вестерн, такие все стоят друг на друга, пушки направили, и типа кто первый шевельнулся, тот это, и начинает там стрельба, короче, там типа один выстрел и пошла стрельба, там друг другу мочить и все в таком духе. Вот и здесь что-то типа такого же самого идет, то есть вот так вот сидим, чтобы никто ко мне случайно не подошел. Много трайбов, я ищу в Редвуде, причем не знаю, там 100% тоже кто-нибудь есть. Много трайбов, и вот они вот все вот так сидят, грубо говоря, друг на друга смотрят и понимают то, что если сейчас они дернутся как-то, то все, шумиха сразу же попрет и будет жесть какая-то там, сразу же жесть и неразбериха. Вот, особенно если они не знают, есть тут альянс, нет альянса, если они это не знают, то это все, короче, да. Они будут думать друг про друга, что вот типа вот они там в альянсе, вот эти в альянсе и все в таком духе. Да, тут тоже такая нехилая база, вон они, это, так сказать, сторожевая вышка. Так нехилая сторожевая вышка. Да. Ну, кстати, а чё этот остров так и не застроили? Непонятно тогда. Неблагоприятно все-таки. Кстати, вот он, да, луч прям по центру.
по-моему, очень даже благоприятный остров для застройки. Ну, только единственное, да, здесь, конечно, гористая местность, то есть здесь тяжеловато будет строиться огромную базу. С одной стороны, а с другой стороны, не сильно сложно. Вспомнил, кого я тогда не мог вспомнить. Ну-ну-ну, экзекуционеры. Еще вон там внизу есть Бургер Кинг. Да. Про них-то я и как-то забыл. Ага, не отображается. Бургер Кинг тоже не маленькие такие, но в сравнении с другими, для них, конечно, ни о чем. Вот, если что-то пошло. Да. Так. Один бензин. И все просто замечательно. Так, ага. Что еще мне не помешает и не повредит? Да, это, конечно, больших делов. Но пока что ничегошеньки. Так. Это дело убрать. Замечательно. Такс. Ну да. Обесточено. А, я ж не включил еще. Ну, все просто супер. Все работает, все великолепно. А, полимерчик, я не знаю, куда его потратить. Ну да и ладно. Что-то я не думал, что мне так мало всего лишь нужно будет. Да. Пока что еще не придумал, куда его девать. Так, вырубим, чтобы меньше шума было. Ну и чё, по факту можно перевозить все сюда. Все и всех. Так. Акуленок, акуленок. И не маленький левел, по ходу дела. Пошел в жопу! Эп! Хе-хе. Я добрался. Такс, что у нас здесь? Допустим, кстати, здесь полимерчик для чего-нибудь нужен вообще? Да, вроде такая же фигня не нужна. По крайней мере, то, что у меня изучено, и то, что мне нужно, мне не требует полимер. Ну и можно уже потихонечку перевозить все ресурсы. Вот, ну самый легкий вариант, конечно же, просто взять и перевести плот. Там и дины все переведутся и так далее. Такие вот дела. Фу, ну что, довольно-таки ответственный момент, можно так сказать. Ну погнали. О, черт, бери. Камеру забыл переключить. Потом надо будет все это приплыть и убрать. Убрать все эти нужно будет фигнюхи в плане деревяшек. О, камешек, вот это, ну, труба, все дела. Так, заруливаем. Отличненько, отличненько. Так, что у нас здесь? Ага, 300. Сразу шутка в голову про тракториста, да? Так. Берем все, а вот это вот скидываем, даже вот так вот скидываем, вот и все. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, как-то, короче, я припарковался чутка неправильно, но в целом довольно-таки неплохо. Такс, и вот такс. Здорово. Теперь все просто замечательно. Топливо нужно будет наделать сейчас. Немного шкафчиков сюда еще понаделать. Все это дело перемещать. Вот. Дилок поставить на охрану. Дилок, я думаю, лучше поставить прямо на крышу.
как я хочу сделать там. Дилок поставить прямо на крышу, чтобы они стояли чисто наверху. То есть все пять будут стоять там, но а динозавры здесь уже по кругу будут стоять. Да. Я просто гений устанавливать что-либо. Все, селитра уже не нужна. Так что просто замечательно. Так, пин-код нельзя. Здесь у нас выключить тоже нельзя. И здесь, соответственно, тоже нельзя. Оп, немножечко экономия. Замечательно. Ну вот и все. Очень просторно, да, стало? Просто до жути стало просторно. Абсолютно все перенес. И последнее уже приготовление, можно так сказать. Абсолютно все и абсолютно все. Остались вот птерчик и додошки остались. По сравнению с тем, что у меня было раньше, сейчас, конечно, моим динозаврам просто простор и благодать. Где хочешь, называется, говорится, там и стой. И это просто здорово. Я рад, что у меня получилось все-таки перевести всех своих питомцев, так сказать, в более просторную. Кстати, да, я разобрался, в чем опять у меня была проблема. Я лупень. Я забыл, что у меня были выделены, видите, как все дино, ну, то есть группа 1 была выделена. Я про это забыл, я под группу 1 выделял этих дилофазавров отдельно, и так вот получилось. Вот, я забыл про это несколько дней. Сейчас стал дилок переводить, и такой, твою мать, как я мог про это забыть? И вот, и все хорошо. Додоньки тоже будут стоять у меня здесь на базе. Как бы, пускай с них все началось. И без них бы никуда ничего это не тронулось с места. Так, давай-ка закроем ворота. Так, ну и пока что где-нибудь здесь сейчас поставлю их. Дилки, как видите, тоже, так сказать, в полевых условиях где-то там и встали, как говорится, и на том хорошо. Что у нас тут по... О, только один по... Единичка только потратилась, это просто здорово. По ресурсам у меня, что я могу сказать, все забито, все чертям собачьим забито. Так, давай вот это уже сюда скинем, раз уж так все плохо. Все шкафы здесь 3 и там 1, все забито. Кормушечку, как видите, я все перенес. Сломал кормушку, дали 4 металла. 4 металла было, так что все просто здорово. Кстати, да, извините, это темнота, все дела, все в моем репертуаре. Вот. Так что все просто здорово. Насчет полностью переноса ресурсов я не знаю. Возможно, сюда еще шкафчик поставлю, но вряд ли он влезет. Возможно, все-таки сюда поставлю, то есть эти вот уберу, сюда поставлю еще пару шкафов, чтобы здесь был проход, как говорится, и к луту я смог подобраться. Ну, посмотрим, как я это все сделаю. Вот. Ну, а сейчас надо сгонять за нефтью. Да уж, припарковал плот так, что... Теперь сдвинуться с места не могу. Видите, да, там по миллиметру сдвигаюсь, и очень все печально. Да уж. Заднего хода явно не хватает. Для этого нужна моторная лодка. Но она стоит дофига ресурсов, так ну и в баню. Так, освободился из плена, и, как я уже говорил, надо все это убрать. То есть все вот эти вот трубы, не трубы, все это нужно убрать, так как, ну, это неправильно оставлять все это, весь этот хлам ненужный за собой. Это не показушничество, ничего подобного, просто я реально это ненавижу, когда оставляют тонны шипов и все в таком духе. Я бы ломал постройки по таким людям за такую фигню. Вот, ну, полностью сносил бы под ноль, все дела. Вот. Такие вот дела.
Вот. А тут как бы, ну, по факту он не мешает, но все равно. Неправильно это, неправильно. А что это за фигня? А, это трава. Все, погнал я за этим говном нефтяным. Да. Там, где я собрался лутаться, опс, там, собственно, альфа-раптор бегает на берегу. И как бы может он мне и помешать, если он решит занырнуть за мной, да. Вот, ну а по факту я уже на месте. Вот как видите, сгустки всплывают, вон жемчуг на дне виден. Ну, будем надеяться, что все-таки рапторы просто так не ныряют. Оп. Да пошла ты в жопу, мега-пиранья! Мать твою, нифига вас там! Алло! Нифига себе, говно, не хотел садиться. Ёб твою мать, такого ж не было. Не поубивал, называется, их никто. Блин, печально. Печально, печально. Ах, хоть в зиму лети. А не на берег не высадишься. Ну, кстати, на берег не высадишься. На другой-то я могу высадиться. Вот только говно бы разворачивалось по-правильному, а не так, что через пол карты и еще зацепив сушу. Девш, ну хорошо, будем валить мега-пираник. Куда теперь деваться? Вот так вот и оп, за мной. Где эти все говнори-то? Алло? А, во-во-во-во, пошла жара, пошла жара, пошла жара. Оп, давай, сюда иди. Сюда, говорю, иди. Да, все-таки нужна пика, ну все, в баню, нафиг. Меч, конечно, это хорошо, дамага больше, но дальность удара очень маленький. Можно так сказать, только в упор. Сюда иди. Сюда, сказал, иди. Они еще стали маленькими теперь, и не очень удобно. Я бы даже так сказал, очень не очень удобно. Да. Вон она. Сейчас завалит меня нафиг. На берег тут, давай-ка ты не будешь вылазить. Я тебе скотина сраная. Зарублю нафиг. Все плохо. Все плохо. Короче, плюнул на все это дело и поплыл я в зиму. Точнее, полетел я в зиму. Там просто осталась одна пиранья. Она такая тварь. Окунаешься в воду, она приближается. На плот, либо на сушу встаешь, она убегает. Короче, я забил на это дело. Думаю, ну в баню. Я с ней буду там в прятки играть, фиг знает сколько. Да, можно было прилететь на базу, как говорится, взять нужное оборудование в плане хотя бы арбалет, стрелы и все хорошо. Ну, думаю, нафига? Нафига? Я вот сейчас на птерчика сел и спокойно полетел, как бы. Взял я своего раскачанного птерчика, у которого вес 300, 303 даже получается, что вполне себе неплохо и вполне достаточно будет. О, Феникс, Феникс. Такой нехило такой. Феникс, 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 Феникс. Где я их видел? Я знаю, что я в этой серии их видел. А где я их видел? Блин, я не помню. Я не помню, я забыл, где я их видел. Где-то вроде бы уже ближе к зиме, да, я их видел, фениксов вроде бы. Или фениксы на том моем любимом месте в зиме, да, то есть в пещере построились. Вроде бы там. Хм, не помню. Поправьте меня в комментариях, если я ошибся, но вроде бы они там именно построились на моем любимом месте, около озера, в глуби пещеры. Вроде бы там фениксы.
Такс. Карначи. А, кстати, да, спасибо за подсказку, то, что про Ютирануса сказали, что Карначи рядом с ним спавнится постоянно. Вот, ну, можно так сказать, грубо говоря, он их и вызывает, да, типа того. Вот, и как бы я знаю теперь, что не все так просто, как хотелось бы изначально мне, а все даже намного сложнее. Вот, и теперь уже нефть можно со спокойной душой спокойно добывать без лишних заморочек. Нефтяная штука легкая, просто скину весь камень и без заморочек будет. Вот, сделаю уже бензина побольше, и у меня ничего портиться не будет. Так что все будет здорово. Ну, не считая полимера, который чисто физически портится хоть где. Ненавижу я это дело. Вот, соточка, ну здорово, здорово. Только еда просто неимоверно как убавляется быстро. Мало того, что холод, так еще и выносливость тоже того восстанавливается. Вот, немножечко добыть ресурсов и хорошо будет. Ну вот, загрузился под завязку и 304 нефти, 52 кристалла. Ну и камешек решил не выкидывать, думаю, пригодится. Все равно так и так он мне нужен. Вот, зачем его выкидывать там? Еще одна шайтан коробка от No. Вот, no. Вот, блин, три раза no, вшатанная коробка. Вот, ну, как бы, мне на них пофигу, на эти коробочки и на то, что они вшатанные. Вот, поэтому, как бы, я делаю лишь свое дело. Потихонечку пытаюсь развиваться. Я что-то сейчас только заметил, у No на крыше черепашка. Он просто разукрашен на крыше в форме черепашки. Как видите, синий панцирь и голова, ноги. Блин, прикольно. Креативные люди. Ну, а я подлетаю уже к базе, и все вполне себе неплохо. Да, вот он мой островочек, вот он прогружается моя база, ну вполне такая неплохая по размеру база получилась, кстати, можно было и поменьше сделать, но я боялся, что у меня динозавры не влезут, если честно, да, я реально боялся, что они не влезут. Да, после вот такой клетушки-комнатушки, такая база, это конечно просто кайф. Просто заходишь и все. И все, твою мать. Оп, отличненько. Так, ничего не осталось. Ничего не осталось. Ну и все, получается, сейчас осталось мне только немножечко все лишнего попережарить. Так, тоже скилл. О, отлично, влезло. У меня так мало кожи осталось. А, не, вот еще есть. И вот еще есть. Отличненько. Кстати, это тоже можно забрать. Авось пригодится. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. И где-то здесь... О, точно, можно на селитре же прижарить. У меня же селитр где-то есть. Вот, на селитре. Немало селитры. Как раз она-то мне и пригодится. Зажечь огонь, и все просто замечательно, жарится все, что нужно. О, у меня тут еще кожи полно. Замечательно, как говорится, все просто великолепно. Вот такие вот дела, народ, вот такие вот путешествия были сегодня, и не только путешествия. Вот, как говорится, самое главное... Хорошо, что все хорошо кончается. По крайней мере, на данном этапе развития. Вот, ну а я на этом уже с вами, как говорится, буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр.
Что-то я тут пытаюсь камеру приблизить. Во! Слишком близко. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.